Уважаемые коллеги, в данном видеоролике будет продемонстрирована эндоскопическая операция по поводу достаточно редкой патологии синдрома немой пазухи. На компьютерной томографии мы видим характерные изменения для этого состояния: тотальное затемнение верхней челюстной пазухи, втяжение крючковидного отростка с его прилежанием к орбите и втяжение стенок верхней челюстной пазухи, особенно задней латеральной стенки и нижней стенки орбиты. Задача при операции – удалить крючковидный отросток и расширить естественное соустие верхней челюстной пазухи. Здесь мы видим, что крючковидный отросток прилежит к орбите, очень тонкий и практически не имеет костной основы. Мы его скусываем с помощью обратного выкусывателя и действуем крайне деликатно, чтобы не повредить медиальную стенку орбиты. Меняем эндоскоп на эндоскоп 70 градусов и визуализируем медиальную стенку орбиты. Видно, насколько она тонкая. Визуализируем нижние отделы крючковидного отростка и отодвигаем их от орбиты, стараясь визуализировать естественное соустье пазухи. Важно двигаться вниз вдоль крючковидного отростка, ни в коем случае не действовать вслепую, иначе имеется высокий риск повреждения орбиты. И только сейчас с помощью 70-градусного эндоскопа мы можем визуализировать естественное соустье и отодвигаем крючковидный отросток сзади, скусывая его с помощью щипцов, прокусывающих насквозь. Видно, что мы скусываем крючковидный отросток и все еще находимся на уровне нижней стенки орбиты. Для этого удаляем остатки крючковидного отростка, нижние отделы, с помощью обратного выкусывателя. После этого мы видим просвет верхней челюстной пазухи, видно, насколько она уменьшена в размере и заполнена характерным густым негнойным содержимым. Еще дополнительно расширяем соустье, чтобы минимизировать риск послеоперационного рубцевания, и осматриваем пазуху. Стенки пазухи покрыты утолщенной слизистой оболочкой, которая самостоятельно придет в норму. Спасибо за внимание.